Вот и наступила долгожданная моя рыбалка. Сегодня 24 июля 2016 года. Утро, 4 часа утра. Река Медведица, тишь и благодать. Вот такое спокойствие. На реке тишь и благодать. Хмурое сегодня утро. Такое впечатление, что сейчас пойдет дождь. Такое впечатление, что уже глубокая-глубокая осень. Мрачно на реке как-то. Неуютно немножко. И рыба пока не ловится. Но будем пробовать дальше. А вот и первая плотва. Красивенькая. Ура! Клёв начался. Вот это да, вот это туман. Я такого никогда не видела. Вообще ничего не видно. Вот она, река Медведица в тумане. Вот это да. Начинает природа оживать. Птички щебечут. Вроде бы как бы солнышко хочет подниматься. А река сегодня молчит. А вот очередная плотвичка. Пошел клев. Ура! Туман на реке. Ужас. Я такой первый раз вижу. Река спокойная, спокойная. И, между прочим, вода теплая, теплая. Вот какое туманище. А вот и окунь попался. Прекрасный, красивый окунь. Но вот такой воблер. Он какой. У меня сегодня воблер такой ядовито-зелено-желтый. Вот такой воблер у нас очень любит щучки и окушки. А, какой красавчик. Ну что ж, ловлю дальше. А вот масенький серенок попался. Сейчас я его отпускаю. Сейчас быстренько сниму, покажу и отпускаю. Пусть растет. А какой хорошенький. Туман уже прошел. Вот такая красивая речка теперь. Солнышко уже всходит. Река красивая-красивая. Вот и вторая щучка попалась. Ах ты. Вот какая красавица. Вот такая. Ну вот, пошел клев. Это уже радует. Ловлю дальше. Я сейчас пытаюсь щуку ловить новым способом.
У меня вот такая вот есть рыбка. Я зашла на лодке, приплыла вот в такие заросли и пытаюсь в заросли забросить спиннингом вот эту вот рыбку. Буду смотреть, может быть, что-нибудь попадется. Она там очень интересно извивается. Сейчас покажу, как она в воде классно хвостиком вибрирует. Вот. Вот так. Сейчас покажу поближе. Вот, имитация рыбки создается. И мне так кажется, что щучка должна клюнуть на мою вот такую имитированную рыбку. Сейчас буду пытаться. В основном щука в зарослях вот в таких вот водится. И с воблером сюда пробраться очень тяжело. А вот с такой вот хитрой наживкой я сейчас попытаюсь. Вот она как красиво. Как настоящая рыбка. Имитация. Сейчас будем промывать. Ой, а как здесь красиво. Вот такое сегодня утро. Красивущее 24 июля 2016 года. Птички поют. Как здесь красиво. Лепота. Так, ну у меня моя наживка. Вот она. Вот такое чудесное утро. Всем-всем-всем доброго утра и доброго прекрасного дня. Какая прелесть. А это я ловлю рыбку вот в таких красивых зарослях. Пытаюсь щучку поймать на свою хитрую вот такую вот наживку. Вот с такой вот рыбкой. Сейчас посмотрим, что получится. Уже жарко стало. Денек разгуливается. Красивое, прекрасное голубое небо. Вот так. Хорошего всем дня. Каждый день для нас уникальный. Радуйтесь каждому дню. А вот и очередной окушок полосатик. Шустряк попался. Ах, как он пляшет. На опарыш попался. День разгулялся. Уже жарко так стало. Вот как красиво. А вот и шедевр я какой сегодня поймала. Вот. И это кажется, я не знаю, голавль что ли. Он какой красивущий. Ой, какой красивый. На спиннинг. Свой. Ой, чуть не уронила. Вот я ловлю. Сейчас хочу похвалиться. Поймала вот такую вот рыбку. Большую. О, какая красавица. Это на спине.
А вот очередной шедевр. Я выловила огромного окуня. Спасибо, подсак у меня был с собой. Он даже, он уже и свалился. Сейчас покажу. Вот опять же этот на свой воблер. Какой огромный окунь. Ого! Я таких, конечно, ловила. Просто не сегодня. Сейчас покажу. Во какой. Во какой огроменный. Вот это да. Ну супер у меня сегодня улов, конечно. Вот это мне сегодня рыбалка задалась. А с утра какой туманище был, растуманище. Вот это да. Ветер сейчас поднялся, но почему-то и клев начался сильный. Так, ловлю дальше. Вот моя рыбка на кукане. Такой специальный куканчик, чтобы рыба была живая. И вот я еду, а моя рыбка, ой, какой у меня голавль, как мне он нравится. Щучка небольшая, ой-ой-ой, окунёк какой хороший, ну голавль. Вот, супер. Спиннинг, моя речка, мой моторчик и моя лодочка. Вот оно, мое счастье. Ну вот и дождик начался. Я не боюсь дождя. Я ловлю под дождем. Мне кажется, в дождь рыба лучше ловится. Все равно хорошая погодка. Не зря говорят, всякая погода благодать. Вот и дождь закончился, шел буквально 10-15 минут. И такая тишина сейчас. Тишь, благодать, ветер стих. Просто прелесть. Уже 2 часа дня. Я рыбачу с 4 часов утра. Мне ни грамма не надоело рыбачить. Какая прелесть. Опять пошел дождик, а мне попался маленький-маленький вот такой вот окушочек. Сегодня уже, не знаю, раз 10 менялась погода. То дождь, то солнце, то ветер, то покой. Но все равно хорошо. Наверное, пора закругляться. Рыбалка сегодня удалась на славу. Пора домой. Ого! Вот этот дождь! Какой начался. А нам ничего не страшно. Надо же, какие бульбочки. О-хо-хо. А дождь все идет и идет. Между прочим, мне понравилось дождь ловить. Я как-то, между прочим, мечтала
половить в дождь. Моя удочка. Клевая погода. Просто клевая. Мне кажется, скоро дождь закончится. Трехвостка ловит со мной рыбку. Ой, а там и рыбка уже сидит. Опаньки. Соскочила рыбка. А вот это голавль. Знатная рыбешка. Попался на спиннинг, на воблер, и этот, и тот, на ядовито-зелено-желтый. Вот сегодня этот спиннинг, этот воблер был самый хороший. Вот такой улов.